Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня с вами хочу рассмотреть еще один наш новый проект, который составляет у нас 250 квадратных метров. Этот проект мы делаем для нашего клиента Виталия, который заказал у нас этот дом. Давайте посмотрим. Дом имеет площадь 250 квадратных метров. На первом этаже разместилась прихожая, большая кухня-гостиная. Спальня, санузел, просторная крытая терраса. На террасе имеется отдельный вход в баню, которая тоже находится на первом этаже. На втором этаже размещены 4 спальни и санузел. Места здесь хватит всем. Также в доме имеется гараж для одного автомобиля и большой подвал. Сейчас на доме ведутся кровельные работы. Для кровли мы используем утеплитель 200. По желанию заказчика на этой крыше мы обработали древесину огнебиозащитой. Ну, дорогие друзья, мы посмотрели дом на стадии строительства. Мы обязательно сделаем еще обзор этого дома уже на другой стадии стройки, может быть, когда уже отделывать будем. И уже в конце покажем вам, как он будет выглядеть уже под ключ. Поэтому следите за нашими новостями, подписывайтесь на соцсети, будьте в курсе всех наших новых событий. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч! We'll be right back.